Оперативные сотрудники краевой полиции выявили факт распространения в интернете заведомо недостоверной информации под видом подлинной о числе инфицированных коронавирусом в Перми. Правоохранители провели комплекс мероприятий, направленный на установление личности гражданина, сообщившего фейковую новость. Им оказался 19-летний пермяк. Молодого человека вычислили и привлекли к административной ответственности. Решение мирового суда на него наложен штраф в 30 тысяч рублей. Пермяк, привлеченный к ответственности за размещение фейковой информации, записал видеообращение, в котором выразил свое раскаяние. Я написал ложный комментарий в социальной сети ВКонтакте о числе зараженных. Более 500 подтвержденных случаев зараженных. У нас был спор с ребятами. В автобусе также приезжаешь, спорят люди, сколько зараженных. Но я оставил этот комментарий. Не думал, что этот комментарий повлечет за собой какие-то последствия. Комментарий оставил необдуманно. Информации никакой не владел. Сожалею о данном поступке.